Ну что, друзья, всем привет, давненько не было у нас реакции, сегодня как раз такой случай. С вами, как всегда, Мигу, хоть вы, ну так, средний по меркам моего говнистого актива в данный момент оценили пилотный выпуск рубрики, где я смотрю смешные моменты, но тем не менее, я решил, что у нас давненько не было реакции, потому что никто ничего годного особо не упускает, и поэтому надо бы это дело исправлять и срочно что-нибудь посмотреть. И вот вчера подвернулся такой случай, господин Зверобокс, сами знаете, один из самых популярных пупмейкеров, скажем так, выпустил трехочковый период. Это пупчик, если кто не знает, на ледниковый период. Мультик моего детства просто. Ну и почему бы нам его не пересмотреть, но поскольку это третья часть у него вчера вышла, то мы пересмотрим сегодня все. А их всего три видео. И, кстати, у меня для вас очень интересное предложение. Если мы здесь максимально быстро набираем 10 лайков, я начну проходить Киберпанк 2077. Вы не ослышались, я серьезно буду проходить Киберпанк. Правда, не знаю, как моя пекарня это потянет, и может быть там будет либо средние настройки, либо вообще на самых низких, это все будет очень говнисто выглядеть, но мы пройдем вместе Киберпанк, я вам это обещаю. Поэтому срочно ставьте лайк, и может быть уже завтра выйдет первая серия Киберпанка. Ну а мы отправляемся смотреть это великолепие, отправляемся смеяться. Не забывайте, конечно, влепить лайк, подписаться на канал, ну и берите с собой сейчас попкорн, печеньки, вкусняшки, чаек наливайте, потому что мы здесь надолго, и это здесь будет очень все весело. Нормально? Что, блядь? Нормально. You see me right now, baby, right now. Просто мемы все. О, господи, боже. Найс. Молодец, сыночек. Трехочковый. Кстати, друзья, извиняюсь, что останавливаюсь, но лайк, кто смотрел «Ледниковый период», и для тех, кто, может быть, забыл или не знает, «Ледниковому периоду» первой части в этом году 18 лет, по-моему. Нет, я, конечно, почему-то, то, судя по тому, что я слушаю, да, не должно быть удивлением, что как бы фильм старше даже, чем я, но все равно как-то, да. Ну, Гарри Поттер тоже так-то старше меня на 2 года. Берти? Пошел ты! Берти? Дядя Фак? У тебя красивые глаза. Are you fucking gay? Слей с моего яйца. Шишка! Слушай, мы с тобой взрослая команда. Ага, залезай мне на спину и отдыхай. Ну давай, залезай сюда. Шишка! Правда? Нет. Не нравится. Как тебя? Мафиозный. Может, лучше? Шишка! Оставь меня в покое! Тут должно было быть это сейчас, как ее. Шутинг Стар. И тебе этого хватит? Эй, ты здоровый. Как пельмень. У тебя ж полпалки. Да. Пизда. Но с этой маленькой палочкой и моим развитым интеллектом. Ой. Ой. Я добуду огонь. Не огонь. Потрясающе. Четко. Зашибись, вообще четко. Она сняла сок с моего плеча и сказала. I'm gay. Я подумал. Воу, парень, полегче. И это все грибы. Мэнни? Шишка! Эй, ты же спас его! Я уже одного спас. И в благородство играть не буду. Ну нельзя здесь оставлять. Пиздец нахуй, блядь! Смотри! Хорошо, хорошо. No. Там на холме живут люди! Люди! Слушай внимательно. Я ебанею. Как хочешь. Ты позор роды. Ты это знаешь? Слышь? Это... Розовая штучка моя. Это розовая штучка наша. Марио. Если вы ищете людей, или это Соник. Они устраивались. Вот нет. Давай покажем этому человеку зубы и тик-тик.
Здесь мой глаз. У нас проблема. Хьюстон. Этого только не хватало. Показывай рыбу. Я объебал бы твою рыбу, дурак и жак. Хуя. Но зачем тебе это Марокко? Я смогу разогнать цепь. Не быстрее тебя. Из каких это пор? А хуй его знает. Можно, жожно, дать ребенка мне. А можно загнать цепь? Не. Ну или так, ладно. Тигр, магер, магер. Почему это я? Потому что твоя жирная мамаша. И я тебя стукну, если ты не сделаешь это. Ну не надо, не стукну. Полист России. Еда. Его нужно. Сила земли, огурец. Я приду с тобой, сука. Бегите, глупцы. Карл, тигр за нас опередил. Подожди-ка. Чика-чика. Ты спела, я клубник. Он уже притух. Мы можем срезать. Жопа. Оу, май. Завтра утром ты получишь. Ты. Ребята, ребята, смотрите! Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Ты мне угрожаешь. Да ко мне лезешь, поэтому. Ну ладно. О, да. К сожалению, факт. Ага. Салки. Сал. Да, 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 это ожидал. Что-то ноги вспотели. О, это один из самых страшных моментов за все, вот, наверное. Ну, три части как минимум. На пятках попрыгаю. Да и за все пять. Ой, тоже. Это у тебя в животе бурчит. И я бы хотел так прыгать. Да пожалуйста. Ты заебал! Выключись, ухую! Новый год. Кстати, вот такой музыкой это было сейчас вообще ни разу не страшно. Прям от слова совсем. Но я так понимаю, на этом... Скорее всего, все, да, я же ничего не пропустил. Да, там новый год, поэтому мы переходим ко второй части. Ребят, это, если что, вот написано PUBG 2, но на самом деле это как бы вот вторая часть. Я думаю, все прекрасно понимают, кто смотрел, те поняли. Я решил ко мне Опять. Мы уже этот мир абсолютно поняли. Я настолько преисполнился в своем познании. О, боже мой. Что здесь происходит? По башке себе стучи. Давай по новой, Миша. По башке. Не мешай творчески заниматься. Эй, мэм, я Синего. Вы меня вытащите отсюда? Я открыл камбо. Поздравляю. 40 с чем-то летим, блядь. Эти блядь уже меня любят. Да, Билли? Я готов сесть на тебя. Ну давай, залезай. Смотри, молоты уволодают меня. Right now. Думаете, что не думаете, но я полноправный член этого племени. Я просто член. Мы играем в охоту на мамонта. Если бы он остался с подружкой, была бы любовная история. Ну, а потом уебались. А меня иногда тошнит. Большой Лебовский. Даже собственную мать продаст за финиш. Шутка про мамку. Шутка про мамку. Сейчас можно еще разочек. Собственную мать продаст за финиш. Шутка про мамку. Ты не мог бы убрать кок? Да. Если бы я тебя плохо знал, то решил бы, что ты... Ты пидор, и я... Может, и пидор. Может, по-быстрому, член от... Да гей, Сид. Забудьте, трачник, я мерзник. Вот, чтобы вы понимали, я даже на секунду забыл, я просто давно не смотрел вторую часть, рассчитывая на то, что, типа, я ее прям смотрел в детстве все время прям овер до хрена раз, и поэтому я давно не смотрел. Я даже этот момент забыл, когда они искатились, прикиньте. Вот это да, память. Надо будет пересматривать. Представляю вам новейшее средство, которое мы называем кора. Дуба. Она даже не тонет! Она утонула. Видите? Мой глаз. А ну иди сюда. Блядь. Тупо мемы. Побрейте меня на усы и надавите кротом. Чё, молчат?
Он стоял и нырнул. Зашибись, вода. Ой. За ваше здоровье. Жалко, что по 3 минуты, но это, я понял, какой-то невероятный труд, и как бы его делать не одну минуту и даже не один день. Поэтому не будем так сильно расстраиваться, что тут по 3 минуты каждый раз. Ну, давайте перейдем к третьей части. Пупчик! Если что, это третья часть. Именно от ледникового периода 3. Хорошо. 21 год, хорошо. Так, стоп. Так, подожди. Там был этот, я Куала, славный малый. Как он называется? Большое путешествие. Мультфильм, я его прям буквально пару месяцев назад пересматривал, потому что я его давно где-то не смотрел. Я Куала, славный малый. Там я большая, что там звезда была, я не помню, но это хорошо. Вы прибыли в место назначения. Что, блядь? Вы так не шутите. Ну нахер. Все, хватит. Зачем ты это сделал? Не знаю. Это сексуально? Вот это тоже хорошо. Вы любите пиво? О, это я, это просто коротко обо мне. Понушки. А то не так, ты воруешь чужие яйца. Где мои яйца? Дай мне молочка. Найс. Безразлично. Яйца. Ты шумишь, пока мы снимаем видео, значит, ты гомосексуалист. Ничего не трогай, замри нахуй. Откуда это? Я вообще впервые буду, откуда это? Это какой-то старый, но неизвестный мне мем? Серьезно, напишите в комментариях, если кто знает, что это. О, Бак! Просто Бак один из лучших... Хороший в кадрах. Бак один из лучших в ледниковом периоде просто. Слегка туповат. Сам тупой. Откуда? О, это опять это Куала из Большого путешествия, лол. Ребят, я только сейчас на стадии монтажа понял, что вот это сам тупой было не, это, не Куала, а это был этот, магистр Мерлин из Шрека 3. Как бы да, моя память very well. Фруктовенько. По сути, вкусно. Ты рискуешь жизнью своей жены и своего ребенка, жи ребенка ради спасения планеты. Вот это я понимаю. Я что-то чую. Говно. Воняет так, как будто тут подох упан. Ты спятил? Меня жмыхнуло. Что это? Бабак, скажи, ты давно ебанулся? Минут 5-10 пятого. Я как-то наебнулся, а у меня жена... Бак, ты скажи, ты давно долбанулся? Минут 5-10 пятого. 4-5-10 пятого. Минут 5-10 пятого. Я как-то наебнулся, а у меня жена... Пидарас. Уродливый такой. Флэшк. Оставь одежду всяк туда входящий. Раздевайтесь. Оу, бай. Ну и все, к сожалению. Это слишком скоротично было, но это было хорошо. Это прям было топово. Давайте мы на этом закончим. Если вы хотите третью часть, то, естественно, поставьте лайк. Также от вас зависит, когда мы начнем проходить Киберпанк. Я могу начать уже прямо завтра, если вы быстро поставите 10 лайков вот прям за сутки. Так что все зависит только от вас. Не забывайте, конечно же, жмакать свой царский палец вверх, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. С вами был, как всегда, Миго. Увидимся. Всем до скорого. Всем пока. We'll be right back.